Эй-хо, всем привет, с вами Юнот. С вами Void Bastard, где мы продолжаем наш поиск за чувака. Чопор называет всех по фамилии. Да. Получили плохой ген. О, здесь можно будет жизнь восстановить. На судне капсулы пустоты. Нет мини-карты. Вроде должны быть здесь такие. Вот зачем это они здесь? Туду это, по-моему, эти роботы-чистильщики вообще, нафиг их. Ох, йоу, макарек. Столкновение с... Кто это? Ага, мусорщиком. Вам всегда было интересно, с какой скоростью летает мусорщик? Ответь, чуть медленнее, чем Стив. Обшарив его обломки, вы находите полезную деталь, которую тот раздобыл во время странствий. Получена полиобмотка. Блин, мне сюда надо. Пока я не знаю, что делать. Стимулов ни на что не хватит, кошка, ну блин. Если только сзади снаряды прилетят как-то. Давайте думать. Будем пытаться выжить. О, да ладно, никого нету. А, этот еще дебил берет все не то, что надо. Пойдемте глянем морг сначала. Да ладно. Шприцы. Сердце. Селезенка. Жесть. Блин, обидно, надо будет сюда вернуться. Ух ты. Блин, а я не знал, что надо здесь шарить даже. Ну, вот эта пушка, это шанс. Шанс. Ты же не видишь меня. Черт. Так, надо бежать. Фак. Фак. Пока, что делать? Опа, все, начались галюники. Так, здесь есть жизни? Есть. Фак. Что происходит? О-о-о! Зажали. Ух ты, точно, я живой. Вообще офигела.
Опа, кислорода-то нету. А чё, кислорода-то нет? А, это роботы высосали все. Стой, кислород же сзади. Как так-то? Как я это не заметил? Жестяк, конечно. Кот умер не зря, честное слово. Так, стоп. Опа, еще инзен прется. А, черт, черт, черт. Фух. Ладно, у меня везде все занято. Этот стой. Ай! Опа. Черт, не получилось. Так, стоп, 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 сюда. А чё? Сами себя убивайте. Вау, вау, вау. Так, стоп. Я здесь ничего полезного не нашел своего, потому что у меня нету тупо стимулов, да? А, нету больше, да? Блин, а делать нечего. Так, ну я не был здесь еще. На, и в жилой, да, не был? Нет, жилой как раз таки был. Блин, где же мне найти стимулы? Есть. Все, уходим, 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 уходим. Да, много чего не открыл, но что делать? Не, ну дефибрилляция это вещь, конечно, я вообще забыл про нее. Так, поэтому Зен можно убить, если аккуратно зайти со спины. Я вижу, что вам не терпится собрать систему водоохлаждения. Я понимаю, это даже без отчета в PAL, который следит за каждым вашим шагом. Хорошо. Так, сначала ты. Вернуться, да. Все снова потом. Частое поедание фруктового льда не способствует разумному балансу труда и отдыха. Прикольно. Повторно запущена турбообработка. Обновите систему. Нажмите любую клавишу, если хотите прервать обновление. Клиент устанавливает систему охлаждения и снова пытается зарегистрировать карту гражданина Ваделька. Да капец, система охлаждения. Вы смотрите, что там сидит. Так, ладно. А клавиша не нажата, выполняется загрузка обновления.
Ошибка требуется межпланетный приемник. Подключите приемник и нажмите любую клавишу. Боюсь, ваша попытка подключиться к межпланетному приемнику оказалась безуспешной причиной. Отсутствует межпланетный приемник. Похоже, вам нужно раздобыть мотивационные стратегии, капец. Например, такую, если найдете деталь нового приемника, я прекращу планировать ваше замещение на более успешного кандидата. Хорошо, что мы пришли к взаимовыгодному решению. Он мне дал фруктовый лед, прикольно. Ваша задача найти колесо рулетки, рацию и атомные часы. Да ладно. Ей, яд меньше меня коцает. Принятие новой формы под воздействием излучения туманности незаконно. Принятие нестандартной формы приведет к дисциплинарному взысканию. Так, мне туда... мне сюда надо, смотрите. Я могу пройти вот так. Он заберет всю еду, но что-то даст. Я бы не хотел туда идти. Но у меня выбора-то и не будет. 3-3-3-4. Я могу сделать так. Клерки, изи. Опа, не изи. Уборщик, давайте пройдем долгий путь, что нам делать. Нам же нужно и фармиться. И не фармиться. Как бы компьютер там. Пошли. Возьми, пожалуйста, все как есть. Там было говорилось в некоторых случаях. Так, мостик, Кто меня уже заметил? Мне, конечно, прокачанный персонаж, это хорошо. О! Я потом поем. Капусту, я не знаю, на балкон не надо, мне кажется, промерзнет. Смотрите, потом не говорите мне. А я всегда прав. Фокс, мисс Робертсон, офига себе, что у них имена-то есть? Ладно, пошли сейчас посмотрим, что у нас тут. О, этот уже свой. А почему он свой? Типа, что, я уже был в таких? Опа, щетка. Кто-то тут есть. Да ладно, вся охрана моя. Прикольно. Вот она деталь, которая мне нужна. Вот она, рыба моей мечты. Правда, я не знаю, что за деталь там, которая мне нужна. Так, еду отдавать отшельнику мне бы не хотелось. Это слишком много еды. О, молодцы, ребята. А чё они мои-то? Вали его! Лошары.
Еще проходить-то не хотел. Так, ладно, сейчас зайдем сюда. Не, вообще классно, когда качаешься. Помните, как мы начинали? С чего все шло? Ну, игра прикольная, честно. Приколюшная, как я люблю, в принципе. Такой легкий гринд, как бы развиваешься. Что если гринд перерастает в жесткий, это жесть. Вот у меня есть на телефоне про самолеты игра, там, что-то 1962 или 52, вообще не помню. Мне она понравилась, потому что мне такой сеттинг, ну как, близкий и приятный. Качаешься, развиваешься. Минус ее стал в том, что там стал просто нереально дикий гринд. И прям и валюта внутренняя нужна, и все. И как-то это прям расстраивает, не знаю. В плане том, что надо слишком много вложить, слишком. Грубо говоря, допустим, первый из твоих самолет, который ты купишь, стоит, ну, там, не знаю, в валюте, там, ну, там можно первый получить так, а какие-то надо покупать. И вот он будет стоить где-то, ну, 100 кристаллов. Потом, чтобы тебе купить самый крутой, если ты хочешь, он стоит 5000. Там есть система, так, еда, топливо. Баки тумана, ну пусть будет. Тебе надо будет заплатить уже 5000. Ну, то есть там самолет же выбираешь, есть элитный самолет, уже прокачанный, конечно, можно не брать. Ну, грубо говоря, допустим, ты его взял. Тебе надо заплатить 5000. Чтобы их совместить, тебе нужен второй. Не такой же, а другой элит. И тоже заплатить 5000. Потом еще заплатить деньги. И потом еще их улучшать. Их улучшать нужно до 10 уровня. Собирая, я считаю, я там считал, что вот сейчас, допустим, каким-то макаром, ну, то есть, чтобы мне собирать, мне около 3 месяцев надо вот собирать. Потому что ты тупо больше в день собрать не можешь. Так вот, еды много, я вот не хочу к мусорщику прыгать. Либо придется ее съесть. А-а-а. Что ты мне теперь подаришь? Собака. Нет. 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 Ничего не могу сделать. Подходящее. О, я могу 2. Хотя, если оружие и патрон нет, кажется, хоть 2, хоть 3 раза делай, да? Главное, сделать я ничего не могу, смотрите. А в деталях тоже не могу. Ладно. Так. Сюда вообще не надо. Хотя нет, что-то есть полезное. Блин, как-то... У меня путей других не будет. Так, здесь есть вертухай. Против вертухай мне нужен этот радшприц. И он и против... Вообще он против всех работает. Я готов. Не подведи меня, чувак, возьми все нормальное. Здесь нету. Блин. Отстой. Взял. 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 Молодец. А я вообще ж, по-моему, брал, да, эту вещь? Хм. Сейчас. Как тут включить-то его? Вот, Беловин. Случай берет не то. Нет. Вот это обмен. Нормально начало выйти, не успел уже вертухами. Я такой, здрасте.
глупая турель. Конечно, кто еще глупый, непонятно. Опа! Умирать нельзя. Надо сделать что угодно, но не умереть. Хитить вас тут. Вот и нормально. Тайна. Тоже вопрос, черт. Дай что-нибудь полезное. Я прошу полезное, дай мне клубнички, там не знаю. Не особо-то и полезное. Ой, я взял уже и светлопалку, смотри. Где? Бей его! На чё он рассчитывал? Не, электрошок здесь хороший. Ты как, живой ещё? Молодец. Чё, кто? Не сомневаюсь. Так, надо будет закрыть эти комнаты, чтобы они тут не вылазили. То есть я прям на него кидаю... радиацию, и он умирает медленно, все просто. Я потихоньку шмыгаю, и она выходит. Так, окей. Что это там было? Стоять! Вдруг мне понадобится. Всех зарядил, все, ништяк. Кто здесь? Хм. Странно, он почему-то показывает какие-то звуки, но каждый раз, когда я все захожу, никого нет. Что за лажа? Окно 32 даже не серьезно. Я потом, прежде чем полететь к этому голодному, все это я потрачу и все. А, лошара. Не, вот этот ток вообще хороший, если так подумать. В плане хорошо фигачит. Он как бы и обездвиживает, и бьет. Не, ну это будет удачный заход. Офигеть. Ха. Ты можешь умереть, давай. А, видели, да? Не, радж шприцы это довольно прикольная штука. Главное, чтобы дофига было.
Так, сюда еще вернемся. Кислород мне пока не нужен. Делов-то. Так, где? Ай, блин, вообще прям. Конечно, да, персонаж у меня сейчас с ДНК такими ужасными, ну что поделать. Но в целом он неплох. Так, что ты можешь мне здесь дать? О, коврик. О, пластик, фига себе. Я по большей степени все забрал, мне только остался один заворот, но лучше я схожу еще кислород закину, почему бы нет. Хуже-то не будет от кислорода, это явно. Не, их не боюсь, просто зачем? Ах ты ж гадство. Блин, страховой случай, двойное воскрешение, это было вообще огонь. Опа, опа. Умри. Умри. Фух. Вот я почему-то не ожидал увидеть еще одного этого. Я ждал чего угодно, но не его. Фух. Блин. Прямо это было, скажем так, врасплох. Хотя и... Если против него это действует, вообще лафа. Ничего. Не переживай, мы с тобой тоже покончим. Все, уходим. В принципе, сделать больше нечего. Мы собрали много чего. Оружие мы показали, что у нас крутое. Нафига я отсюда зашел? О, жмурик. И... свобода. Смотрите, сколько крутых вещей нашел. Их даже создавать не надо. Блин, люблю фармить. Ну именно в таких вот прикольных штучках. Что я могу сделать. Ничего не могу полезного сделать. А почему? Неужели что-нибудь такое дорогое? Что мне надо, допустим, сделать, чтобы для глизмы? Нет, ну мне он не нужен, допустим, клизма вот. А, мне буквально чуть-чуть. Сделать ли обход? О. Блин. Ладно. Все равно еще наберем. Давай отдых. Раз. Баки тумана. А, это мой доставщик.
Что произойдет, если ковчег выйдет? А, высадит нас, а чертям еще тупые вопросы. У меня отличная новость, таких как пираты, чё? Так как они не платят налоги за свою деятельность, вам не обязательно платить налог за их услуги. Да ладно. Пошли. В идеале было бы взять его. Его, чтобы убежать можно было. Давай дробаш возьмем. Нет. Пекарь мне не нравится. Он какой-то ни туда, ни сюда. О, торпеды есть. Есть мостик. Так, хорошо. Хорошо. Не подвел. Так, закрой. Так, ну туда мне больше по факту не надо. Это мисс Петерс. Знаете. Так. Закрывать, наверное, смысла нет. Ты не офигела? Хочется и бежать, но как-то стрёмно. Потому что не знаешь, где враги. А здесь разрыв какой-то. Хотя она какая-нибудь фигня вылезет. А, у меня еще и выход в другой стороне. Тем более мне сюда возвращаться не надо. Так, ну я, допустим, могу вот так закрыться и не надеяться, что я сюда вернусь. Это смысла иметь не будет. Так, что у нас тут? Тут обычно у них камера была. Опять еда, которую я потеряю. В охране ничего, ну пошли сюда. Мне же сказали, что где-то здесь есть эта тварь. Пусть пока там разбирается. Чтобы ему скучно не было, скажем так. Так, здесь закроем. Так, а вот пришел. Пахан. Сам умрет. Так. Мне ее нужно в ядер. Сам умрет. Я даже не буду тратить на него лишний патрон. Он, конечно, как бы опасный, как бы выглядит таким. Тоже мне. Чего я вообще боялся? Пока меня пугает только Зен. Где ты? Интересно, и сколько придет?
Вот и компьютер. Так, а теперь надо бежать на мостик и в ядер нижний. Постой пока тут. Как бы... Лутец, конечно, мы хорош собрали. А второй пришел. Ну и все, изи. Ну как изи? Отлично. Еще пока не могу. Ладно, и что мы можем сделать? Можем сделать тебя бесполезно, так и ты. Нет, нет. Нет. О, водяная смазка. Как бы да, почему бы нет? Напа, на 50% урон меньше. Смотрите прям, я скоро стану неубиваемым. Возможно, пройду игру, кто знает. Ладно. Так, ешь. Ладно, прыгаем. Потеряна еда. Регламент дан. Видите, полностью еду отбирает. Не зря это делать. Что это? Ничего. А мы прыгнем сюда. Один мощный гражданин. Так, ладно. Ну, вроде враги не особо сильные. Давай возьми это. Это. Мог даже кошку взять. Че ты все наоборот взял? Ну да ладно. Ты меня так напугал, так открылся ужас. Здесь какая-то жесть была. Так, мне бы еще еды найти бы. Мне вообще было бы круто. Ай. Так, в принципе, да и здесь мне, в принципе, ты не нужен. Фига себе живучий. А чё мне халявный-то? Они трясутся, как рыба из Спанч Боба, мне кажется. Наверное, да. Так, один мощный гражданин. Ну, что-то я не вижу. Просто умри.
Замри! И что, ничего не выпало? Ой, блин. Знал бы, я бы даже не пробовал шевелиться. О-во-во-во-во, вот это лутецкий. И все таки это все мои враги. Вот здесь может быть полезный, кстати. Большое пространство открытое. В случае чего, наверное, прикроет. Блин. А черт. А! Черт! Я не там свернул. Где ты? Вот стоишь тут, то ты стой. Так, турель, а ты меня защищаешь, если он побежит, убей его. В принципе, пока непобедимых для меня врагов только Зен и пират. Ну, Зен, если я хотя бы убивал, то пиратов еще нет, так что я с ними даже не знаю, что делать. Вообще нормально, смотрите. Мы прям прем, даже учитывая, что у нас растяпа, чувак. Мы прем прям огонь. Так, о, ну конечно бронька. Ей. Еще могу улучшить, офигеть. Так, клизма не могу. Не могу. О, капсулу пустоты можно найти в... Ага, вот что такое капсула пустоты. Стой какой, а. Ну, я могу это сделать. Давайте сейчас сделаем это. Ну как бы и все, и зачем? Вот. Руководство, я могу сделать руководство, да? Потихоньку все улучшим, вы не переживайте. Смотрите, как мы прием, а? Следующий наш путь. Надо скорее всего. Опа. Это грузовой, здесь можно найти все, но здесь Зен. Нах надо. А здесь эти чистильщики туду дошарятся. Надо будет зайти. И потом надеюсь, что вот здесь что-нибудь найдем. Ну что ж, а это будет в следующий раз. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.